Доброе утро, город. Утро пока доброе. Круг открывает игрок номер один. Госпожа Тата, ваша минута. Доброе утро, город. Я вам расскажу, как мы сегодня съездили на Цфат. Мы сегодня собрались в Цфат поехать, в лес. Потому что в лесу красиво и зелено, и все такое. Мы решили, что мы, ну, там буквально 3 часа, там 40 минут до Цфата, туда-обратно. Наше счастье, что мы выехали через выезд, который подальше, через Новый мост. Мы выехали через Новый мост и потом включили выезд, чтобы посмотреть, как дела. И мы тут видим между выездом через Новый мост и в нашу сторону, город с правой стороны, мы видим пробку. Красного цвета дорога, и муж такой смотрит на выезд, вот так вот делает, вот так. И там красного цвета дорога до конца, до самого Цфата. И мы такие, я говорю, нет, смотри, мы просто так поехали, давай поворачивать, потому что у меня нету столько времени, чтобы там часа 4 потратить, просто погулять в лесу. И на наше счастье, поворот направо был свободен. То есть мы полчаса мы ехали по выезду из одного выезда Корнеля до второго выезда. Игрок номер два, ваша минута. Доброе утро. Первый игрок, говорю, в принципе, хорошо. Мне речь, в принципе, понравилась, несмотря на то, что мы не смогли вложиться во все время, чтобы полностью это рассказать, насколько я помню. А, это все? Это уже закончено рассказ? Ну, хорошо. Я хотел бы еще послушать про Цфат. Потому что у меня лично ассоциации так с ним. Насколько я помню, мы только со школы один раз ездили в Цфат. Там было... У нас был аэрослеход. Очень скучная штука, но... Тем не менее, хотя прохладнее, чем тут. Я лично люблю было прохладнее. Но в целом, рассказ первого игрока мне показался в целом неплохим, поэтому я с первым игроком аккуратно поиграю. Все, самый прекрасный. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер три, ваша минута. Замечательная история про Цфат. Мне тоже очень понравилось. Цфат – прекрасный город, и рад, что была такая интересная история про него. Но учитывая, что это красная пробка, то, наверное, вы красный игрок. Там же все, вы расширяли, все краснее и краснее. Чем дальше вы будете говорить, тем вы будете краснее и краснее. Не говорим. Ну, давайте я поиграю с таким красным игроком, поставившим красной пробки, расскажу прекрасную историю про красный Цфат синий, кстати. Ну, ничего, вам это нормально, вам быть синий и красный, это нормально, это все хорошо. Да, и Вадону тоже нормально быть синим. Два, мне тоже понравилась речь, чисто эмоционально, просто эмоционально понравилась речь. И это один, и два, поэтому поиграю и один, и два. Все, пока больше мне нечего сказать. 10 секунд. Еще 10 секунд. Кто покраснее из них? Два для меня покраснее. То есть один как бы открывает стол, рассказал нормальную речь, я ее оцениваю только по эмоционалу. А два еще смотрю, как он оценивает первого игрока. Поэтому два покраснее, а один тоже. Мя. Игрок номер 4, ваша минута. Доброе утро, город. Однако речь игрока номер один что-то мне не понравилось. Потому что когда она говорила «сегодня», ведь сегодня же утро, она не смогла поехать в Цфат целых 3 часа. Она ж только проснулась, и она не может сразу поехать в Цфат, когда она проснулась. При этом еще, когда она и начала разговаривать. А двойка что-то очень быстро залезла к... Игроку номер один. Ага. Если вы понимаете, о чем я. Блин, нормально. Дети, хватит пошлости. Вас ври. Спасибо. Да, спасибо. Вам, вы меня запутали. Ну, один, да, хорошая речь. Это про умение переобуваться. Вот поехали, посмотрели, красный, нет? Переобулись, не поехали. Кстати, игрок 2, игрок 3. Там Цфата не было, в принципе, Цфат не так и не доехали. Поэтому, если они посылали, то я про дорогу в Цфат. Поэтому, бывает, его слушали внимательно. В умение, как очень важно. Один, поиграю спокойно. Три, на вас, естественно, еще два вас более красные, чем один, поэтому я два поиграю. Только из-за того, что вас не нашел в черном. Вас, ну, вот так, сколько мне? Я иронично сказал бы свою процессу. Перестаньте. Три, фу. Да, три. Забудьте фоло. Вы сласевский красный, то вдруг. Я вдруг как сколько у меня. Играю один, два, у меня один краснее.
два пригласил один, три. Сказал, что два прям красные, не прям уверенно, что красный пригласил один. Играю один, два. 10 секунд. Нет, наверное, хватит. 3-4 сколько? 3-4 сколько? 4 вообще непонятные. Я у вас время. Игрок номер 6, ваша минута. На 4 непонятно, кто там играет, 4 или консильери. Поэтому я не знаю точно, как оценивать игрока номер 4, потому что консильери сыграет. Значит, что я скажу по игрокам 1, 2, 3. Единица мне не понравилась по той простой причине, что если бы она, допустим, была красной, она бы дурачилась. Она бы дурачилась, а так за очень долгий перерыв, секунду, за очень долгий перерыв, что она не играла в мафии. Допустим, она черная, она решила, нет, я должна что-то сказать на всю минуту, мне нужно сказать эту минуту, и поэтому я чувствовал некоторое напряжение в игроке номер один. Поэтому я ее оставлю за скобкой, я не называю вас черной, просто показалось некоторое напряжение. Два, ну не знаю насчет два, то есть он не наговорил на красную карту, не наговорил. Он, скажи, я ответственно его поставлю за скобками, но три я все-таки хочу взять. 3 я все-таки хочу взять. 4, который напал на единицу, оставлю его больше красным. 5, не знаю, он играет с 1, 5 у меня заскоковый. Спасибо вас. Спасибо и вам. Игрок номер 7, ваша минута. Ну, всем здравствуйте. Во-первых, очень рад всех видеть. По всем прям скучал. Классно, что мы собрались. Что хочу сказать про ЦФАТ. Был недавно с мамой. Ну, было классно там. Вот. Поиграю с игроком номер 1, 3. Поиграю с игроком номер 4, прям я фанат. Но вот с игроком номер 6 я пока играть не буду, потому что как бы мне очень понятна его позиция там, по игроку номер, например, 4 и 3. Ну, а я с 3 играю, но 2, кстати, соглашаюсь с игроком номер 6 и 2 оставляю за скобками, потому что он, ну, как бы практически переоткрыл стол, мало очень говорил про игрока номер один, очень мало. В основном про ЦФАТ. Ну, мне кажется, было больше, чем можно сказать. Ну, так что я играю 1, 3, 4, 6 не играю, 5 не играю. У вас но не играю против. Мя, игрок номер 8, ваша минута. Так, я играю 1, 2, 5. 2, вы как будто не заметили, что один начала говорить про ЦФАТ, но до ЦФАТ они не доехали. То есть тут я насторожилась. Но тренер говорит, два все равно красный, несмотря на то, что там прослушал, все. То есть как будто три знают, что два точно красный, поэтому играет, поэтому у меня три под подозрением. 4 я бы оставила за скобками, но и сейчас я до него тоже дойду. 5 поиграл в той же команде, поэтому беру 5 по позиции. 6 играет с 3. Не очень мне понравился наезд на единицу, то, что вы берете 3, позиция мне не подходит. И тут 4 показывает проверить 6, поэтому 4 для меня скорее красный. Теперь 7. Вы играете по позиции 6, вот очень похожий. 6 в то же время вам тоже что-то тоже не зашел. То есть вот у меня группа зона риска это 3, 6, 7. 5 секунд. Куда-то туда проверку. Там я не знаю, я пока не расставляю между ними акценты. В общем, моя команда пока. Позиция 6 по поводу единицы. А позиция та же самая у вас. У вас. По поводу единицы остальные. 3, мя. Игрок номер 9, ваша минута. Смотрите, я поиграю 1, 2, 3. Смотрите, между 5, 6, 7, там вот сидят вот мафия, вы понимаете? 5, 6, 7, там сидят мафия. Вы говорите, господин Ведьмак, что семерка почернее. Я думаю, что шестерка более почернее, вы понимаете? Потому что он не аргументировал вообще насчет 3. Вы взяли, я беру 3. Вот я хочу взять 3. Я не знаю, почему. Эмоционально он мне эмоционально понравился. Эмоционально. Ну, Седер, эмоционально и 1, и 2 поговорили нормально. Она дурачилась, 6. Не дурачилась. Я не знаю, вы понимаете? Ну, хорошо, это ваш выбор взять по эмоционалу, то самое мое. 102, я поиграю 1, 2, 3, господин Цинь. Кто покраснее там, смотрите, я думаю, все-таки больше 2, 2, 3, чем 1. Потому что 1 все-таки это, раскрыл это стол. Вы, господин, госпожа Мирабель, вы тоже играете против семерки, вы понимаете? 10 секунд. Думайте, 7, 6, 5, 6, 7. Кого нужно проверить? Кого нужно проверить? 6, 7, 3, 6, 7, хорошо. С тройкой я насчет тройки я не согласен, но насчет 6 и 7 я согласен. У вас время. Игрок номер 10. Доброе утро, город. Амадон синий игрок. Вернее, уже фиолетовый игрок, потому как получил красную карту. Синий смешать с красным будет фиолетовый. Значит, с игроками 1 и 2 поиграю. Значит, игрок номер 3 сказал, что у него игрок номер 2 более красный, чем игрок номер 1. У меня позиция в этом плане обратная. То есть у меня игрок номер 1 более красный, чем игрок номер 2, потому как игрок номер 2, если ты лезешь к ней паровоз и говорил поменьше,
поэтому у меня один покраснее, поэтому игрока номер 3 не беру. Значит, игрок номер 4 тоже заметил, что игрок номер 2 влез к игроку номер 1. Поэтому игрока номер 4 тоже возьму. Так, и поиграю с игроком номер 7, который тоже играет по позиции 1-2-4. То есть, соответственно, я играю 1-2-4-7-10. Ну и, соответственно... Так, соответственно, у меня вся мафия среди 5 оставшихся игроков. Там будем разбираться. Спасибо вас. Спасибо и вам. Никто не был выставлен. Город уходит в ночь. Если что, это все музыка Джейка, я не знаю, что это за музыка. Винить его. Я включу уже и все. Сейчас. Рамштайн, так Рамштайн. Доброе утро, город. Утро недоброе. Для игрока под номером 8. Ваша крайняя минута. И право лучшего хода. Никто не жестикулирует до его оглашения. Лучший ход. 3-6-7. 3-6-7 принято. Там мне и 10 не понравился тоже. Вот у меня где-то. Вот, я думаю, что там сидят три черных. Может быть, там это 10-6-7, может быть, это 3-10-7, не знаю. 3 почему? Вы показывали проверку 6-7, вы присоединились уже к проверке, которую просила я, просил игрок номер 4, кто-то тут еще, по-моему, 9 говорил, да? Тогда 3 тоже показывает, да, проверить 6-7. То есть даже если кто-то между 6-7 находится черным, это совсем не значит, что 3 при этом будет красным. Это я шерифу так на заметку. 10. Ну, какая-то позиция была, ну, совсем вот какая-то команда, у меня не подходила вот эта команда ни к одному из игроков, то есть непонятно, к какому игроку не соединиться с этой командой, поэтому у меня 10 тоже подозрительный. Может быть, его надо было в лучшем ходе оставить. У вас время. Прощаемся с игроком. Круг. Стартует игрок номер 2 вашим. Доброе утро, город. Но я попытаюсь начать с того, что я запомню. Мне вот почему-то не понравилось, что 10 игрок, вот и то же самое, что 4 сказал, но 4 ладно, что это какой-то паровоз, что я вступил в паровоз с единицей. Ну, как бы я просто поиграл с первым игроком, какой здесь паровоз. Вот, это странный аргумент какой-то. Выставляю игрока номер 10, это не жесткое, будет еще выставление 10. Среди 6-7. Пятерка, кстати, я тоже не знаю. Пятерка еще я хочу тоже послушать. Я более-менее уверен в девятке, потому что мне понравилась позиция девятки. Правда, девяткой беру тройку. Тройку я сейчас хочу послушать повнимательнее, потому что еще мало чего я понял с предыдущей речи. То же самое, соответственно, у меня есть, по сути, подозрение. Это 6, 7, 10 игрок. 4 еще нужно слушать вместе с 3. Пока что я играю с 9 игроком. И единицу, соответственно, тоже надо слушать из-за того, что, ну, понятно. То есть пока что у меня очень маленькая команда, я играю только 9, но вот сейчас хочу послушать. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер 3, ваша минута. Ну, я тут... Начну с того, что игрока номер 8, которого убили, она относит к тому, что 3 оставляет в лучшем ходе, оставляет 6-7. Я понимаю ее рассуждение, почему она не рассматривает вариант, что если для нее, вот ее убили, почему вот как Тата на прошлый раз сказала, может меня убили по топологии. Поэтому, например, к девятке можно прикопаться за это, только за это, больше нет. Могла прикопаться к десятке за то, что как бы говорит про паровоз, какой паровоз, второй номер, какой тут может быть паровоз. То, что два отметил. Я для себя не нашел много мафов, поэтому как бы я себя ищу. Я ищу мафи между 10 и 1, но я не согласен с выставлением 10. Я не считаю, что 10 должна стоять.
Вот я для меня пока что почернее. Пока что почернее был 7. 10 секунд. Вот. Но 7, если проверили. Давайте так, выставляю номер 1. Потому что закрываете стол. Только потому что закрываете стол. Больше нет причины. Я хочу послушать, будут выставления 6-7 или нет, и насколько жесткие эти выставления будут. Мя. Игрок номер 4, ваша минута. Доброе утро, город. Я выставляю игрока под номером 6. 6 принято. По причине, что игрок номер 8 сказал, что вы, игрок номер 6, очень сильно для нее подозрительны. Однако, я хотел у вас кое-что... Однако, пятерка, я думаю, что Остров с командой с тройкой и десяткой, как восьмерка говорила. И спасибо, пас. Спасибо и вам, игрок номер 5, ваша минута. Доброе утро, город. Там консилиеры говорят, это бред. Десятка, десятка меня написала в черную команду компетенциально. Тройку я оставил, сколько? 1-2 поиграл весь город. Я считаю, да, 1-2, по нулю они были очень красные, как бы, я не понял, что представление на тройке единицы, поэтому я опять же не хожу ничего в тройке черного, но опять же не могу с тройкой играть. 1-2, мне кажется, там, если есть черный, то скорее всего не черный, если 1-2. Пока выставляю игрока номер 7, если никто этого не сделал, это даже проверил. 7 принято. Да, потому что если 6-7, то 7 больше смысла, 6-6, как бы. Я 6-7, как бы, у меня 6-7, 10, как бы, есть много мапов. Тут, как бы, тогда 1-2-4 пока. 8 была у меня, как бы, очень красная, по-моему, она, как бы, сражалась со мной, играла 1-2-5, как бы, там. Это была хорошая команда. Сейчас 6 еще тест послушать. 9 для меня непонятные. Да, 9. Команда, то есть как бы 7, 10, и кто-то еще может быть 1, но это теряет. Может быть, ну, 1. Поэтому цвет это первый, нет у меня цвета вообще никакого пока. Сейчас послушаем. Вас время. Игрок номер 6, ваша минута. Сложно. Вот вы говорите, господин Мак, что у вас вы не нашли много чего, а я не нашел много красных. То есть речи вот здесь после вас 4-5, ну слабенькие на самом деле. Вы считаете, что и 4, и 5 красные, и ошибив 9 черная проверка. Да, выставляй игрока номер 9 на голосование, естественно. Потому что мы могли пойти голоса. Все очень просто. Будете вскрываться, господин... Господин 9. Свен. 7 красных. Господин Свен, да. В общем, 9 у меня черная проверка. Значит, 7, если 7 красные у него, значит, двойка покрывал девятку. То есть он играл только с девяткой. Только с девяткой. Самоубийство. Почему не все остальные? 10 секунд. Самоубийство. А что мне было делать? То есть, если тройка сейчас называет 4-5 красный, когда я говорил, что между 4 и 5 нету особо красных речей, причем 4 у меня гораздо почернее. Время. Сейчас. Игрок номер 7, ваша минута. Я по версии единственного шерифа красный. Нет? Мне показалось, что Свен скрылся, да? Ладно. Спасибо, пастор. Спасибо вам, игрок номер 9, ваша минута. Смотрите, город, я не понял, меня проверку, господин Джейк, вы понимаете? Я не понял эту проверку, вас, это вашу проверку в меня, вы понимаете? Не смейте. Как вы решили, что четверка для вас красный игрок, я не понимаю. Он что, он сказал, что для вас он красный игрок? Да, вы сами сказали, что 4 красный игрок, я понимаю. Я играю 2, смотрите, я играю с Ведьмаком, понимаете? Единственное, надо сейчас послушать. Тут для меня черная это шестерка, это 100%, выставляю игрока номер 6 на голосование. Что значит, кто еще? У меня семерка красная проверка, 2-3 я с ними играю, 4-10, я на послушаю единицу тоже. 6-7-8, ну 6-7-9 сидят, я понимаю, 5, я буду голосовать 6. Я буду голосовать 6, у меня нет никаких претензий, господин Цирик, я буду голосовать 6. Что вы хотите выставить кого-то? Что вы, я шериф, я буду выставлять кого-то, я не понимаю этого, господин Цирик.
Надо послушать 10, надо послушать 1. У вас время, игрок номер 10, ваша минута. Доброе утро, город. Ну, хотя игрок номер 2 несколько не играет со мной, я по-прежнему поиграю с игроком номер 2, и также с игроком номер 4. Но я с игроком номер 1 по прошлому кругу, значит, игрок номер 3 выставляет игрока номер 1. Мне это пока не очень нравится. Так, и дальше у нас, треугольник получается, значит, игрок номер 6 скрывается с шрифом с черной проверкой игрока номер 9. Да, игрок номер 9 скрывается с проверкой игрока номер 7. При этом мне игрок номер 6 кажется куда больше похожим на шрифа, когда он его спрашивает, что будет ли вскрываться, он так несколько подзависает, так думает, скрываться, не скрываться, а потом скрывается. То есть я в версию игрока номер 9 не особо верю, в то, что игрок номер 7... Откуда я знаю, может, это провокация? При 9-х он выставляет 9-ку, которую никто не просил на проверку. 9-ку. Говорю, я пока не уверен, но 10. Для меня больше шрифон. Я думаю, что не верю в красную проверку семерки. И полагаю, что сейчас, ну, у тебя ночь сейчас у нас два шрифа, у тебя ночь сейчас должен уйти кто-то левый. А вот кто это, надо подумать. Время. Игрок номер 1, ваша минута. Доброе утро, город. Слушайте меня внимательно. Я шериф этого города. У меня чёрная проверка. Твоим же шерифская тройка должна быть. Десятка. Из-за этого у меня игрок номер 2 становится красным игроком, потому что он первый выставил десятку. Игрок номер 6, который скрывается шерифом, черный. Хотя, может быть, вы делаете бардак. Игрок номер 9, который скрывается... Он скрылся уже с проверкой! Куда вы лезете еще с этим скрытием? Если вы не откатываете вы и вы, то вы у меня оба черные. Я шериф этого города. Нет, вы не делайте мне это. Окей, уходит 9. Включаем баланс. Я играю с игроком номер 2, потому что я ему скрылась. Будь осторожна. Вы выставили десятку. Ходит 9, включаем голос. Нет, я голосую против десятки и призываю всех голосовать против десятки, потому что я единственный шериф. Я проверила вас, да. У вас время. Все поговорили. Город приходит на голосование. Сосредоточьтесь. На голосование выставлены игроки. 10, 1, 6, 7, 9. Голосуем в порядке. 10, 1, 6, 7, 9. Кто за то, чтобы игрок номер 10 покинул стол? Принято. 3 голоса. Кто за то, чтобы игрок номер 1 покинул стол? Принят. 1 голос. Кто за то, чтобы игрок номер 6 покинул стол? Принято. 0 голосов. Кто за то, чтобы... Один голос. Сейчас. Кто за то, чтобы игрок номер 7 покинул стол? Вы поставили руку или нет? Держите, пожалуйста, на 0 голосов принято, и поставьте руки, кто не голосовал. 4 голоса принято игроку номер 9, ваша крайняя. Господин, я не понимаю вас, Вы со мной играете, называете самый красный. Для вас десятка черная, она вскрывается, десятка проверена черная. Почему? Что не изменилось, вы понимаете? Мы на профессиональной команде, вы понимаете? Потому что он, откуда я знаю, семерка, вы понимаете? Не, я был это, я знал, что я не стою это шериф, я не хотел уходить, вы понимаете? Я не хотел уходить, что он называет меня черным игроком, я понимаю. Уходит 10 после этого, окей, понимаю. Я, смотрите, ему можно проверить, понимаете? Он пусть проверяет 7, понимаете? А дата? Дата проверял 10, кого она сейчас будет проверять? Можно 2. Нет, я думаю, что 2 красный игрок. Я тоже думаю, что 2 красных. Зачем 2? Не надо 2. Давайте 5. 5 либо 4. Потому что я думаю, 2-3 красные. Я не знаю, почему вы решили в меня голосовать, я не понимаю, тоже это с Эйлером. Зачем? Я понял, значит, и что дальше? Я откатил, когда она вскрылась, вы понимаете? Он вскрылся против меня. Что он делает? Прощаемся с игроком. Город уходит в ночь. Рамштайн просыпается. Hast du mir geweint?
город. Утро действительно доброе, у мафии не сострел. Игрок номер 3, вы открываете этот стол. 5 красных у вас. Хорошо. Вы столе игрока номер 10? 10 принято. У вас вся команда найдена? Вы нашли 9 черных? У вас 7 черные? У вас один лжешериф? Может, меня прикрываете? Все нормально. Вы сейчас уходите в ночь, проверяете один, как последнего мафа. У вас все остальные красные. Вы его просто проверяете, все. Один. Теперь к вам. Мы сейчас сносим 10. Игрок номер 1. Мы сносим 10. Вот. Мы включаем баланс. У него ушла 9, сейчас уходит 10. В любом, по сути, попилить. Не, это опасно пилить, потому что может 3 мафии за столом. Мы же не знаем, как бы. То есть для нее команда 10, 6... 7 у вас красная, потому что это черная проверка уже шерифа. 5 у вас красная проверка. У вас последняя проверка между 3 и 4. То есть у вас последний маф может сидеть только 3 и 4. Да? Я правильно рассуждаю? Или нет? Время. Игрок номер 4, ваша минута. Я согласен с игроком номер 3, что надо выставлять игрока под номером 10. Потому что для меня... Еще понравилось, наверное, команда, чтобы голосовать за других, и потом чтобы выиграть, как в прошлый раз, почти в прошлый раз. И... Спасибо, пас. Спасибо. Игрок номер 5. Ваша минута. Да, добро. Сейчас, вот, наконец-то, нашел шерифа красного, потому что играю 5-3. Потому что я не хожу штату шерифа. У меня логика не сходится. У нее... Шериф, схватите, у него 2 шерифа. У него есть 10 черная проверка. Одного шерифа она выставляет, считает его черным, второго не считает черным. Случаем, как он не выставляет. Как это, я не понимаю. Я выставляю игрока номер 1, я еще подумал, как голосовать. Баланс. Принято 1. Лишний включить, но мне очень нравится играть как шерифом. Я обычно как раз игрока тоже не блещет, как плюс на то. Поэтому я пока сделаю скидку, пока сыграем баланс, но пока играешь 3 уверенно, 4 тоже можно поиграть. И... 10 секунд. Там где-то еще. 7-10 минут, черный. В общем, надо сейчас выбирать 10. У вас бри, мя, игрок номер 6, у вас 3 фола, вы можете только выставить. Выставляю игрока номер 7. 7 принято. 7, ваша минута. Вставляю игрока номер 6. 6 принято. Ну, я не знаю, у меня вот я все время играл с игроком номер 3. Ну, 10 выходит, да? Баланс. Когда игрок номер 9 объявился шерифом, набил мне красную проверку, я очень обрадовался, ему поверил сразу, потому что я красный игрок. Ну вот, почему игрок номер 6 так бурно отреагировал, прям, ну он знает, что я так тушуюсь, когда он активно так реагирует, это не первый раз, уже не в первую игру было. Но да, вот так, как и сейчас. Вот, 10 секунд. Я также играю, ну вот, мне единственное, что я играл с игроком номер 10, и... Сейчас шериф номер 1 говорит, что это черный игрок у игрока номер... У вас номер... Я игру получил. Игрок номер 10, ваша минута. Доброе утро, город. В остальном голосовании игрока номер 1, в остальном голосовании игрока номер 7. Стоят. Так, ну, понятное дело, что игрок номер 1 скрывается шерифом своей черной проверки, значит, она у меня автоматом получается уже шериф и мафия. Значит, она сказала, что игрок номер 9 откатил. То есть, вполне очевидно, что 9 и 1 одна команда, значит, у меня получается настоящий шериф только игрок номер 6. И, соответственно, у меня черная команда найдена, это игроки 1, 7 и 9. Соответственно, 6 шрифт, значит, 2, 3, 4, 5 и все красные игроки. Так что я буду голосовать в единицу и семерку, в принципе, не так важно, как понимаю, большинство голосов сейчас иду я. Баланс ровно это баланс, но после меня сносите в любом порядке 7 и 1. Спасибо, пас. Спасибо вам, игрок номер 1, ваша минута. Доброе утро, город.
Выставляю игрока номер 10. Игрок номер 10 – моя черная проверка, и я шериф до сих пор. Это значит, у меня игрок номер... У меня осталась одна проверка. Мне нужно сделать одну проверку. Теперь смотрите, я помню, что игрок номер 2 у вас был не... Да, был не сострел. Это мы помним. Игрок номер 2, я еще раз повторяю, он выставлял десятку сразу, без всякой просьбы. Из-за этого я вам скрывалась, игрок номер 2. Игрок номер 3 выставил меня после этого. У меня есть два варианта. Или проверить 4, или проверить 3. Был не сострел. Из-за этого я себе думаю, все-таки, может быть, игрок номер 4 стоит его проверять. Или 3. Просто игрока номер 4 нам не найти, не найти. Так и так. Окей, хорошо. Вас время. Игрок номер 2, ваша минута. Так, хорошо, сейчас. То есть у вас пока что, поверьте, ваши выходят, это 6-й игрок. И пока что 10-й. И, соответственно, кто-то оставшийся, да? Здесь, смотрите, 7-ка, соответственно, не проверяется, потому что она... Да, это понятно. То есть, да, проверка, скорее всего, должна идти между 3-4. Я думаю, что лучше проверить 3, но я просто из-за того, что тройка может... Если он был как бы по обоим версиям красный, это будет очень хорошо для города, как по мне. Сейчас, после того, как уходит в баланс десятка, у нас будет возможность, если мафия стрелится, соответственно, у нас будет возможность попилить, насколько я понимаю. А это хорошо, потому что если мы пилим, уже будет при 6-х это нормально пилить, и в принципе все нормально. Пока что шерифу тяжело определиться, потому что мало чего понятно, но пока что точно сносим десятку. Спасибо, класс. Спасибо вам, игрок. Все договорили. Мафия переходит на голосование. Город. Извиняюсь. Город приходит на голосование, выставлено. Игроки. 10, 1, 7, 6. Голосуем в порядке. 10, 1, 7, 6. Кто за, чтобы игрок номер 10 покинул стол? Принято. 6 голосов. Кто за, чтобы игрок номер 1 покинул стол? Принято. 0 голосов. Кто за, чтобы игрок номер 7 покинул стол? Принято. 2 голоса. И 0 голосов входит игроку номер 6, 10. Вас посчитали черным, ваша крайняя. Так, ну отлично. Я, в принципе, я сказал, я определился. Значит, 2, 3, 4, 5 красные, 6 шрифт, 1, 7, 9 черные. Значит, игрок номер 1. Если вы шрифт, то стреляйтесь. Стреляется игрок номер 1. Я не шучу. Спасибо, пас. Спасибо, Иван. Прощаемся с игроком. Город. Уходит в Утро, город. Утро недоброе. Для игрока под номером 3. Ваша крайняя минута. Смотрите. 3. Красная проверка. Убитая красная проверка. Замечательно. Я сказал, что у вас все сходится. Если 3 красные, то 4 точно черные, потому что больше кого проверять. А кто для вас 2? Что-то вы про 2 вообще ничего не говорили. Вообще ничего. И даже когда я сказал, между 3 и 4 проверка, и все понятно. Все сразу станет понятно. Я говорю, 4 точно черные тогда. Я 3, как красная проверка, потом буду. 4 сразу улетает. Я говорю, да. А 2 для вас вообще кто? Почему вы не сказали, а я ж не знаю, кто такой 2? Не застрел. Хорошо. Смотрите, сейчас вы можете вполне спокойно пилить. А рано, подождите, рано пилить. Можно не пилить. У вас получается 4 только черный. А у вас получается 7. По идее, вы можете попилить 4 и 7. 2. 10 секунд. 2 красных по обеим версиям получится тогда. После этого можете послушать еще раз. Я оставляю, я завещаю.
отвечаю вам, шерифа 6. Вы можете сейчас уже определиться. При шестерых есть... можно определиться и снести 7. Или перепилить 1 и 7. Мя. Прощаемся с игроком. Игрок номер 4, ваша минута. Выставляю игрока номер 7, я с ним пилюсь. 7 принято. И советую шерифу игроку номер 1 сделать проверку на игрока номер 4. Спасибо, пас. Спасибо. И вам, игрок номер 5, ваша минута. Добро. Наших определился еще ваш круг. В принципе, но вот вдруг я не могу родиться до сих пор. Сейчас, почему-то, мне кажется, вдруг у нас единица вскрывалась. Хорошо, у нас единица вскрывалась в двойке. Меня не чувствует, почему. То есть, проверка, как бы 10 черная была скрытая, поскольку двойки. Вы слышали, мне кажется? Вообще, пока я выставляю, я пилил бы... Я вообще пока не пилил бы. 2 7 хороших пилил бы. 2 меня непонятные. Всем для меня черный. А еще шрифт поделать проверки. Могу проверить, кого хотят, если для меня уже. Выставляю экран 2, пока на это проголосую. Послушаю. 6 меня шрифт. 10 секунд. 1 для меня 1-9. 1 уже шрифт. Сильным красным. Время. Игрок номер 6. Смотрите, я просто морально не имею права выставлять игроков, когда у меня найдена вся черная команда. Просто не имею права. У меня 1, 9, 7. Все три черные проверки. Поэтому, если город хочет, вы можете попилить из моей команды черную проверку из мне неизвестного игрока. Кого вы хотите, чтобы я выставил? 4. Выставляю игрока номер 4. Бога 4 ради, минуты. Пожалуйста. Я буду голосовать всем. Пожалуйста, игрок номер 2, вы как закрывающий круг, поделите, пожалуйста, стол. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер 7, ваша минута. Ну, я традиционно выставляю игрока номер 6. 6, примерно. Тот, против меня, вот этот такой круг. Ну, вот, игрок номер 4, внимательно послушайте, что он говорит. Я думаю, что вам как бы будет многие откроются по поводу того, что почему он против меня, да? Видите, у него 9 красная проверка, как раз, а 9 решил, что я красный, и поэтому буду я чернился из-за этого, да? Ну окей. Ладно. Я еще не знаю, я сейчас послушаю игрока номер 1, игрока номер 2, и тогда Федерицкого буду голосовать. Спасибо, пас. Спасибо и вам, игрок номер 1, ваша минута. Доброе утро, город. Послушайте, я вам еще раз объясню, почему игрок номер 2 для меня до сих пор красный. Почему игрок номер 3 сказал против игрока номер 2, почему я не играю? Потому что когда речь началась с игрока номер 2, первое, что он сделал, выставил игрока номер 10. Игрок номер 10 был только мной проверен в эту минуту, понимаете? А он уже его выставил, то есть на него не было ни нападок, ничего. Я подумала, что если, допустим, это черный игрок, и это черный игрок, то он очень рискует, выставляя своего. У меня вставляю игрока номер 6, у меня вы 6, черная проверка, вы у меня, против меня вскрылись, вы у меня черная проверка. Ладно, не важно. Игрок номер 3, моя красная проверка, он отстрелился. И вообще-то, конечно, не нужно было так озвучивать громко того, кого идешь проверять, потому что тогда бы была дилемма между 3 и 4. Окей. Игрок номер 10... ушел, у меня остался один черный игрок, вы у меня тоже красная проверка, игрок номер 5. У вас время, игрок номер 2, ваш номер 2. Так, внимательно, так, получается семерка, это ваш черный. Получается семерка, единица, и смотрите, ценник, мы с вами вдвоем красные игроки получаемся, так что без разницы голосовать. Давайте тогда 7, 1 и 5 голосуют в шестерку. Почему? Ой, сейчас, да, постойте, четверка, извиняюсь. Все правильно, да? Сейчас меня просто вело что-то. Сейчас, секунду. 7, 1. Да, вы голосуете своего последнего черного, все правильно, да. Вы голосуете в четверку. 7, 1 и 5 голосуют в четверку, а все оставшиеся голосуют в семерку. Все правильно. Сейчас последний раз озвучу. Все, 7, 1, 5, 4. Все, остальные... Все, спасибо, пас. Вас. Спасибо вам. Все поговорили. Город приходит на голосование. На голосование выставлены игроки. 7, 2, 4, 6. Голосуем в порядке. 7, 2, 4, 6. Хочу, чтобы игрок номер 7 покинул.
Постойте, пожалуйста. Постойте. Три голоса принято. Кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул стол? Ноль голосов принято. Кто за то, чтобы игрок номер 4 покинул стол? Принято. Ноль. Извиняюсь, принято 2 голоса. Было принято 2 голоса. И один голос будет игрок номер 6. 7, ваше правило. Ну, что сказать? Это странно. Меня сломало. Меня по-прежнему... Я даже не знаю, я запутался совсем, потому что... Как бы я играл в мячик, был, в общем-то, игрок номер один. У Джеши был 6, так и против меня. Сейчас почему-то игрок номер один меня сломал. Я не понял почему. Но моя команда, как бы, не знаю, почему это так произошло. Спасибо, класс. Спасибо вам. Прощаемся с игроком. Город уходит в ночь. Все надеваем маски, садимся в позу ночного жителя. Доброе утро, город. Утро недоброе. Для игрока под номер один ваша крайняя минута. А я шериф. А вы почему не умерли? Я честно не хотела ломать попил. У меня так получилось. Просто она выставляли. Зачем игрока номер два выставляли? Кто вставлял игрока номер два? Не, ну смотрите. Я не хотела ломать попил. Я хотела честный попил. А я вас выставляла. Ну так я же шериф. А вы скрылись против меня. Спасибо. Спасибо. Я объявляю победу города. Мафии были игроки. Игрок номер один, игрок номер семь и игрок номер девять дом, шериф, игрок номер шесть. Все, молодцы.